В Твери, похоже, сдвинулось с мертвой точки решение вопроса о строительстве муниципального приюта для бездомных животных. Его возведут в больших перемерках, причем подрядчик уже вышел на объект. Приют осмотрел и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, возглавляющий рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных. Уже не один десяток лет общественность Твери добивается строительства муниципального приюта для бездомных животных. Однако дело не двигалось с мертвой точки. Городские власти всякий раз ссылались на отсутствие денег. И только в минувшем году депутатский корпус поддержал инициативу своего коллеги Дмитрия Нечаева о выделении 6 миллионов рублей на эти цели. Была проделана большая работа, найден участок, создан проект. И вот подрядчик уже готов приступить к строительству. У нас будет 29 вольеров, они будут размеры 2 на 5 метров. Вот. Будет специальных 5 построений для охраны. Вот, для кормления специального. До декабря мы планируем все это сделать, все осуществить. В городской администрации отмечают, что в приюте смогут одновременно находиться около 100 бездомных животных. Причем после отлова, вакцинации и стерилизации часть из них будет пристроена к новым владельцам, а часть вернут в места прежнего обитания. Безвозвратно будут изыматься лишь агрессивные животные. Передержка будет осуществляться примерно в течение 30 дней с проведением процедур по стерилизации, вакцинации, а также чипированию. После этого собака будет возвращаться в свою среду. Ознакомившись с деталями проекта, поговорив с подрядчиком, депутат Нечаев отметил, теперь главное, чтобы работы действительно были проведены в срок и качественно. И я пока с осторожностью говорю о том, что этот объект будет создан, но планируется, что уже на этой неделе начнется строительство первого в Твери муниципального приюта для безнадзорных животных. И в том случае, если этот нужнейший объект будет наконец-то создан в нашем городе, то это, конечно, пойдет на пользу и горожанам, и безнадзорным брошенным животным. По словам Дмитрия Нечаева, уже 2 года в нашем городе работа по отлову бесхозных животных не ведется. Депутат уверен, что это неправильно, и горожане не должны оставаться с этой проблемой один на один. Поэтому, чтобы начать в соответствии с законом, гуманно и эффективно регулировать численность бездомных братьев меньших, Твери обязательно нужен такой объект. И сегодня мы впервые за долгие годы стоим на пороге его создания.